Добрый день! Вы находитесь на канале Двигатели Дуйнова и с вами, как всегда, Александр Сударев. Сегодня у меня к вам будет один очень интересный вопрос. Заметили ли вы, что в последнее время активность троллей и хейтеров, активно третирующих наш проект, значительно снизилась? Я бы даже сказал, приравнялась к нулю. А также вы могли заметить, что в последнее время участилась активность по созданию мятежей, демонстраций и несанкционированных митингов в городе Москва. Могут ли быть как-то связаны между собой эти события? Честно сказать, я не знаю. Но одно я знаю точно, что люди, работающие в средствах массовой информации, а именно YouTube, интернет в частности, социальные сети, печатные издания, газеты, журналы, телевидение, очень и очень хорошо зарабатывают. Но специалистов в этих областях не так уж и много. И если мы отдельно выделим из этой части желтую прессу, то специалистов в этой сфере еще меньше. Ведь очень сложно опорочить что-то честное имя таким образом, чтобы вот не подкопаться, чтобы все факты были подобраны и подогнаны четко, грамотно и правильно, чтобы у слушателя, зрителя сложилось впечатление о том, что действительно объект исследования врет, делает неправильные вещи и в целом является недобросовестным. Поэтому я предлагаю вам задуматься, почему снизилась активность троллей в проекте «Двигатели Дуйнова» и очень сильно поднялась активность абсурдных митингов, демонстраций и мятежей. Иногда по причинам, которые явно высосаны из пальца. Задумайтесь.